Девушка, которая мне нравится. Она хочет, чтобы я был знаменитым. Певцом. Певцом. Как Андрей Губин. Ну я же не такой. Я хочу выращивать горошек. Что мне делать? Тебе нужна известность. Я знаю, как тебе помочь. Я тебе предлагаю сделку. Сделку? Да. Я уступить тебе свою кандидатуру, и ты обязательно займешь первое место, ведь кроме нас двоих больше нет никого. Ну ты же не будешь думать, что первое место займет Хабров Шапки, да? Сделку? Да. Ты займешь первое место, но за свой успех ты должен обязательно поделиться с добрым дядей Зауром. Ну я не знаю. Наверное, да. Ну, в общем, по рукам. Давай. Да. Алло. Что, дошел до финала? Как? Ну, на лапу положи. На лапу. Все, все, пока. Артурчик? Здравствуй. Да, да, уже начали, все идет отлично, да. Конечно. Да, блин. Да блин, я этих лохов всех пущу просто, да. Они у меня будут ползать у меня и делать, что я скажу. Это и 100%, я тебе обещаю. Так что с деньгами все отлично разберемся, я тебе обещаю, да. Ну хорошо, увидимся скоро, да. Пока. Да, пока. Пока. Целую. Здравствуйте. Это вам. Я думаю, мы сможем договориться, да? Я понимаю, что тебе нужно. Спасибо. Спасибо. Иди, иди, звезда. Ты жду, ты получишь мои деньги. Блин. Мой хомячок и мои рыбки едем в горе.